Всем морозный привет из Чехии, с вами Василиса. И сегодня мы с вами сравним несравнимые вещи. Континент США, Северная Америка и Европа. А что может быть между ними общего? Я думаю, что ничего абсолютно, практически ничего абсолютно. Кроме того, что там люди, и здесь люди живут. Там дома, и здесь дома. Там машины, и там машины. Но это все настолько различно, что это требует отдельного видео. Хочу опять напомнить, что я была только в Майами, поэтому, конечно же, сравниваю Майами с Европой. В Европе мы были практически по всей Европе. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Самое главное, конечно, отличие лично для меня – это менталитет. Менталитет в Европе, конечно, он более европейский, как это ни странно звучит. Он более нам похож с нами. Американский менталитет, он абсолютно другой. Да, это другие люди, другие понятия, другие возможности. И, как сказал один мой знакомый, который живет там, да, у нас абсолютно все по-другому. И если бы вы прожили здесь 2 года, вы бы здесь свыклись, привыкли бы, и для вас это стало бы, ну, все нормально. Это абсолютно разные люди. Самый актуальный вопрос по поводу Америки и Европы, где легче сделать визу. А в моем случае, мне кажется, что в Америку легче сделать визу, если у вас есть студенческая, по студенчеству, по работе, это вообще никаких проблем. Если вы хотите сделать туристическую визу, вы придете, принесете в консульство бумаги, которые подтверждают, что у вас есть работа в России, в Украине, то никаких вопросов вам не будет. Если у вас есть также недвижимость, движимое, недвижимое имущество, я бы вам советовала, конечно же, все это предоставить консулу. Следующее – это жилье. Жилье в данном случае в Майами, конечно же, дороже, чем в Европе арендовать, намного дороже. Но с российскими ценами я бы сравнила где-то, наверное, наравне. Поэтому здесь только вопрос риторический. Для нас жить в Европе намного приемлемее. В Америке квартира. Это, если это 2 комнаты, то обязательно будет 2 санузла и большая огромная кухня. И, в общем, у них очень достаточно удобное жилье, если, конечно, не считать картонные коробочки их. Это, конечно, очень умопомрачительное зрелище. Я видела, как это строится, и это, ну, достаточно смешно в фильмах, да, как вы в стенку ударяете, и там... гипсокартон. И там такой тупой звук. Машины — это вообще отдельная тема. Это, я не знаю, как сравнить Мерседес и Жигули. Только не в плане их качества, а вообще, что они принципиально разные. Машины в Америке — это огромные, мощные машины. Они просто огромные, они большие, с огромными колесами. И внутри, конечно, они пустые. У них, что у нас безумно не понравилось нам, то, что, допустим, кондиционеры они делают. Кондиционер как таковой может быть даже не присутствовать в машине, может быть просто быть обдув. То есть они не заморачиваются с внутренним содержанием, с кожей, с деревом, с кондиционерами. Допустим, на заднее сиденье, скорее всего, у вас не будет подключен кондиционер. Машины все мощные. В Европе, конечно, большинство людей живут по средствам. И в Европе на мощные машины налог, естественно, большой. И здесь ездят все на маленьких машинках, 1,4, это просто шикарная машина. Я говорю про большинство, конечно же, людей. И в Европе любят миниатюрные машины, чтобы можно было парковаться, особенно в старинных городах, с историей, негде парковаться. И, конечно же, люди предпочитают совсем прям вот смарты какие-то, маленькие машинки, Peugeot, европейские, конечно, марки. И европейские машины, все-таки, конечно, у них есть такое качество, Mercedes, BMW, их сравнить ни с чем нельзя, они квалифицируются во всем мире. Продукты. В Европе намного ниже продукты по цене, чем в Америке. Прям намного. Качество и там хорошее. Я почему-то не верю в эти, что из них резиновые продукты. Я их ела, достаточно вкусные продукты. Единственное, что я говорю из видео в видео, что у них, конечно, обезжиренное, очень много молочных продуктов. И европейцы более помешаны на молочных продуктах, конечно же. Потому что здесь, знаете, Австрия, Германия, Швейцария, все коровки, все жирненько, вкусненько, очень вкусный шоколад. В Америке культ мяса, я бы так сказала. Мясо есть любое, особенно очень много барана. В Испании барана много, согласна, это зависит все от страны. Но большинство Европы не ест барана, большинство Европы говядина, культ говядины. Свинину тоже любят жирненькую. В Америке, конечно, огромные такие стейки, очень вкусное мясо, мне понравилось. По поводу, как они затариваются, это вообще уникально. Они все берут огромными баками, огромными баллонами, галлонами, баллонами,
чем они еще там берут. Страховки — это какой-то нонсенс для нас. За страховками все вот так: страховка, не дай бог, у меня там страховка, я попаду в аварию. И, в общем, мне какая-то у них есть такая система, что кто знает, кстати, напишите мне эти подробности. Я это все слышала, ну, честно говоря, как-то пропускала мимо ушей, мне это не надо было. Но эти кредитные истории, страховки на машины, если ты ударил, то тебе повышается в следующий раз страховка на машину. В общем, если, не дай бог, ты пропустил платежный свой кредитный срок, а все они сидят на кредитах, как и европейцы, в принципе, европейцы тоже сидят на кредитах и все покупают в кредит, то это какая-то будет, в общем, минусы записываются на их ID-карты. В общем, это какая-то колоссальная история, и все за этими кредитами, за кредитными историями, за страховками, они все трясутся. Это отдельная история, и если вы едете в США, обязательно изучите этот вопрос в подробностях. Это очень важный фактор. Еще один важный фактор, как в принципе, когда вы поедете в любую страну мира, обязательно защитите дорожные знаки. Дорожные знаки, правила дорожного движения абсолютно противоположные, чем в Европе. Конечно же, сориентироваться на местности можно, мы же там ездили, мы знаем, что это, как это, но лучше всего это все почитать на форумах и узнать в подробностях. Если вы собираетесь переезжать в одну или в другую, на один или на другой континент, то расстояние, конечно. Америка находится все-таки очень далеко. Поэтому, конечно, с Европы доехать до ваших родственников или приехать к вам намного ближе и, естественно, лучше, да? То есть выбирайте вот расстояние, все-таки там колоссальное. И еще в Америке расстояния просто огромные. На машине ехать очень тяжело, в отличие от Европы. Законы. Законы в Америке, они просто относительно всего мира, они абсолютно другие. Это уже, знаете, этот вопрос по поводу законов. Допустим, к примеру, в Германии, да, есть финансовые ограничения. Это все нужно вам знать. В Америке, знаете, финансовых ограничений пока вроде бы нет. И, кстати, немаловажный фактор — это пособие. В Америке пособие не платится. Если, допустим, мне здесь на ребенка русского, но родившегося здесь, не платят очень хорошую сумму денег, в отличие от России, я даже не обращалась, ни смысла никого не было, потому что там просто платят копейки, то в Америке... Здесь, конечно, вам никто ничего платить не будет. Культурные ценности. Если вы хотите посмотреть какую-то историю, вам, конечно же, в Европу. Здесь на каждом шагу, буквально на каждом шагу, есть исторические здания, кто-то когда-то приезжал, какие-то писатели, в общем, знаменитые люди и так далее. Это вам сюда походить, погулять. В Америке этого просто нет, истории никакой нет. Но есть красивые парки замечательные, большие, огромные, есть каньоны, есть шикарнейшая природа. Она абсолютно другая, чем в Европе. Преступность. В Европе преступность, конечно же, намного меньше, чем в Америке. В Америке очень все-таки есть в некоторых районах большая преступность. И перед тем, как покупать дом, арендовать жилье, посмотрите, есть специальные сайты в Америке, где написано конкретно в вашем районе, в вашем городе, какая будет преступность. Люди. В Европе, конечно, больше всего белых людей, похожих, ну, скажем так, по менталитету, по религии, более похожие на европейцев, на европейскую часть нашего материка. В Америке очень много испанцев, ну, что касается Майами, очень много темнокожих людей, мексиканцев очень много, в общем, кого там только нет, огромное количество людей, все разношерстные, раскрашенные, разукрашенные, в общем... Вы встретите кого угодно, китайца, японца. И, кстати, у американцев еще очень сильная терпимость к людям. Оденьте горшок себе на голову и пойдите по улице, на вас никто не обратит внимания. Где бы я ни снималась камер, на меня никто никогда не обращал внимания, все улыбались, махали. Кстати, еще что вам нужно знать, это то, что в Америке очень короткие отпуска. Естественно, в каждом штате по-разному, в каждом городе по-разному, но в среднем где-то 2 недели в год. В Америке же отпуска все-таки длинные, месяц, а иногда и 2 месяца в некоторых странах есть. И что касается путешествий, конечно же, в Европе вы можете путешествовать куда угодно. Американцы чаще всего путешествуют, либо круизы куда-то ездят, у них достаточно места, небольшая территория, куда можно ехать. Мексика, Доминикана очень все любят.
И, конечно же, на самолетах прилетают, очень много прилетают в Европу, и уже здесь чему-то круизы совершают. Не знаю, почему с круизами так связано, не знаю, может, какая-то их территория, но вот очень любят круизы. В Европе, конечно же, более... Вы можете встретить любую, конечно, кухню, но более все-таки европейская кухня здесь распространена. В Америке огромное количество ресторанов, все едят люди в ресторанах практически, и... Цены в ресторанах есть, очень хорошие рестораны, японская кухня, посмотрите, мне на канале есть видео, мексиканская, корейская, вьетнамская, любая кухня, все очень недешево, то же самое лобстеры, омары можно поесть, лобстер, по-моему, называется. Но насчет каких-то вкусовых пристрастий, конечно же, Америка хромает, ни для кого это не секрет, что американцы готовить очень вкусно, не умеют. Это нужно ехать в Европу, и здесь уже будет у вас изобилие, вкусовое изобилие. Техника в США, конечно же, она самая дешевая, выгодно покупать очень. И в Европе она, конечно же, дороже, техника любая. Но не забудьте о том, что в Америке и в Европе, так же, как у нас в наших странах, разница с Америкой в ваттах, в напряжении в сети. И если вы привезете какой-то неадаптированный предмет электронный в Европу, то он у вас просто сгорит при включении его в сетку. Не забывайте еще, что в Европе все-таки для нас привычные градусы, килограммы, меры длины. А в Америке это все абсолютно диаметрально противоположное. Еще такой немаловажный фактор кажется многим, что в Европе достаточно скучно. Я бы так не сказала, мы живем в Европе, независимо от того, живем мы здесь, не живем мы здесь, мне всегда нравилась Европа. Конечно, здесь поспокойней. То есть, если вы такой человек, самбурный, вам нравится активный образ жизни какой-то, конечно же, в Европе вы... Не знаю, будете скучать. Хотя есть очень много экстремальных видов спорта, здесь очень много молодых людей. Надо знать просто, где они тусуются. Большинство, конечно, на трассах едет пенсионеров. Большинство на курортах ездят пенсионеры. Но опять же, американцы тоже, большинство людей, которые путешествуют, это пенсионеры. Кстати, пенсии и в Америке, и в Европе очень хорошие. Но вот так в целом, приехав, посмотрев, конечно же, Америка такая очень веселая страна, на каждом шагу ха-ха, хи-хи, смешно, весело, раскрепощенно, но до какой-то определенной грани. Еще хотела отметить, что в Европе, если ты профессионал, конечно же, если ты очень хороший профессионал в своей профессии, то, конечно же, тебя, скорее всего, возьмут на работу, ну, с этим будут связаны какие-то там нюансы, да. Хотела бы отметить, что европейцы, не особенно многие страны, хотят сейчас к себе каких-то работников на какие-то хорошие профессии, да, то есть надо здесь работать, вкалывать, и не так сразу прям вас, вот я такой, здравствуйте, возьмите меня, и вас сразу побегут вас брать. К сожалению, это не так, но в Америке людей, которые хорошо учились, которые очень хорошо разбираются в своей профессии, их забирают с руками и ногами. Расскажу один пример. У меня есть трое друзей, которые учились на Украине, кстати. Они учились на Украине еще в школе, и их заметили американцы. Не знаю, каким образом это произошло, как заметили, но их пригласили, в общем, после школы пройти какую-то практику в Америке. И таким образом их переманили, можно сказать, в Америку. Они сейчас все там живут, и никто не собирается приезжать. Поверьте, во всем мире надо работать, никто не будет просто так вам давать деньги за то, что вы ходите на работу или халявничаете. Нет, везде во всем мире вам надо работать. Америка и Европа очень похожи спортивностью своей. Все занимаются спортом, все бегают. Посмотрите видео «Плюсы и минусы в жизни в Америке». Насчет жирных людей, жирные только мексиканцы, которых я заметила, а все остальные люди, белые люди, ну, белокожие люди, они, конечно же, достаточно стройные и следят за собой. С вами была Василиса. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. Рада каждому моему подписчику. Пишите свои комментарии, что вас интересует, какие еще видео. Будет огромное количество интересных видео про Америку, про США и про Европу. Оставайтесь со мной. С вами была Василиса. Пока!